2015 года. Поверьте, дорогие друзья, очень трудно расставаться с детьми, которые 11 лет назад пришли к нам в радость, когда педагоги были на 11 лет все моложе, на 11 лет все красивее, но они и сейчас хороши. И дети, которые ходили, видите, до выпуска немногие доживают в радости, потому что, вопреки всему, вопреки всем назло, надо посещать занятия, надо участвовать в концертах, несмотря ни на что. Но вот они дошли, добежали, доползли. И давайте, вы сейчас их увидите, но давайте им подарим аплодисменты. Спасибо. Итак, на сцене
Выпуск 2015 года. Кто у нас выпускается? Иван Соколов. Анастасия Иноземцева. Ирина Лысенко. Лет. Давайте мы им сейчас предоставим слово, а поговорить они ой как любят, и даже на сцене, пожалуй, самое любимое занятие. Итак, ребята, один вопрос. Вы стоите на сцене, это ваш последний концерт у некоторых. Ваши ощущения? Большое волнение испытываю. Смешанные чувства. Счастье и радость, все одновременно. И радостный, и грустный, в общем, капец. Плакать хочется очень. Радостно, что праздник, грустно, что расстаемся. Весело. На грани того, чтобы не расплакаться. Очень радостно, грустно, но мы победим. Хочется плакать. Эти чувства не передать словами. И страшно, и радостно. Счастье. Что уходишь? В преддверии самого лучшего концерта. Спасибо. Сейчас, ребят, для вас еще один сюрприз. Вчера у нас был концерт, и некоторые из вас участвовали, да? И вот Влад Арефьев, ведущий многих таких концертов ответственных, сегодня утром прислал для вас стихи. Я смотрю, что же жизнь мне предложит? Ярких красок, побед незабвенных, но поверьте, танцор жить не может, чтобы не было аплодисментов, правда? Аплодируй, мой зритель, мне дорог тот момент, что хлопками зовется, то биение сердца танцора, он пусть в душах у вас отзовется. Аплодисменты к выпуску 2015. И я надеюсь, что самая лучшая награда – это ваши аплодисменты. От них идет добрая энергетика. И вам хорошо, когда вы все воспринимаете с легкой душой. И чтобы аплодисменты были весь наш праздник сегодня. А сейчас, дорогие ребята, ваш прощальный вальс. Thank you.
время на сцену пригласить родителей, пригласить семьи, которые пришли на церемонию выпуска 2015 года. И мы делаем это с удовольствием и со словами благодарности. Спасибо вам, родители, что вы были с нами все эти годы. Спасибо вам за терпение и взаимопонимание. Это слово от всех педагогов ансамбля танца «Радость». Итак. Анечка Романова выходит на сцену, она мне будет помогать. На сцену приглашается семья Соколова Ивана, Александр Николаевич, Надежда Александровна, дедушка Александр Иванович и брат Данила. Семья Насти Иноземцевой, Иван Владимирович, Светлана Валерьевна. Мама Ирины Лысенко, Татьяна Владимировна. Семья Даши Радышевской, Наталья Вениаминовна, брат Никита, сестра Мария. Семья Софьи Шеремвей, Андрей Витальевич и Олеся Филипповна. Семья Ксюши Василевич, Дмитрий Александрович и Людмила Майковна. Семья Даши Силко, Константин Евгеньевич, Ирина Павловна и сестра Маша. Семья Юлии Федяниной, Станислав Андреевич, Екатерина Александровна и брат Ярослав. Сейчас на сцену очень большая и дружная семья приглашается: Вероники Завдорохи, Денис Геннадьевич, Лариса Анатольевна, брат Максим и сестра Алина. Мама Косткина Олега, Ирина Евгеньевна. Семья Слободчиковой Даши, Валерий Владимирович, Татьяна Владимировна, брат Денис и его жена Татьяна. Семья Алексея Беляева, Александр Васильевич, Лилия Михайловна, бабушка Анна Александровна. Вот бабушке вообще большое спасибо, радостное. А где бабушка? Сидит в зале, да? Ну тогда бабушке, этой бабушке надо подарить аплодисменты. Поверьте, это я не зря говорю. И сестра Алина, которая сегодня будет принимать участие в концерте. Семья Протасовой Ирины, Игорь Олегович и Ирина Александровна. Семья Димы Потупского, Дмитрий Петрович и Ульяна Леонидовна. Ну что ж, дорогие друзья, один вопрос. Как вам на этой сцене? По одному члену семьи отвечаем. Удобно. Удобно. Как дома? Страшно. Страшно? Вот так. А тебе? Хорошо. Молодец. Как вам? Замечательно. Отлично. Так. Ну, завгородние дружная семья, давайте. Как вам? Хорошо, что тут? Очень ответственно. Как вы себя чувствуете, фирянины? Комфортно. Непривычно. Очень, очень хорошо. Молодец. Как вы чувствуете себя, Сониной родители, красавицу такую вырастили? Хорошо, комфортно. Отлично, первый раз. Так, станцуем сегодня?
Конечно. И не страшно? Нет. С дочерью ничего не страшно. Как вы себя чувствуете на сцене? Очень торжественно и как-то приподнятое настроение. Как будто не первый раз? Да, не первый раз. Хорошо. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Хотелось бы, чтобы не последний раз. Ну, хорошо. Так, как вы себя? Замечательно, слегка волнительно. Как вы, Василевичи? Чувство гордости переполняет. Так, танцевать готовы? Конечно. Хорошо. Как вы себя чувствуете, Силко? У вас все-таки две дочки. Очень докладно и трудно, да? Ничего, очень волнительно и очень эмоции просто переполняют. Ну, а папа что скажет? Прекрасное настроение. Спасибо. Так, как вы? Хорошо, замечательно. Очень рада, что буду танцевать с сыном. И вы стояли бы это. Да. Как вы, Беляева? Необычно, звездой себя почувствовать. Так, второго ребенка вытянем? Обязательно, ну, вытянем. Впереди-то 11 лет. Ничего страшного. Ничего страшного. Ну что ж, не хватает нам кого на сцене? Кого зовем? Педагогов-наставников. Итак, среди почетных гостей нашего праздника присутствует администрация Центра детского творчества «Гармония», в составе которого ансамбль танца «Радость» уже много-много-премного-премного лет. Спасибо вам, дорогие, что вы нас понимаете и всегда отзываетесь, ну, на все, что мы не попросим. Вам аплодисменты. А я на сцену приглашаю педагогов. Педагоги, которые выпускают сегодняшних детей. Анна Самохина, она сидит в зале. Анечка, приподнимитесь, хоть помашите нам рукой. Вот, Анна Владимировна. Игорь Назаренко. Эльвира Романова. Педагоги, у которых дети начинали заниматься. Светлана Обзор. Слово родителям. Микрофоны будете друг другу передавать. 12 лет мы были вместе. С детьми учились танцевать. Ни для кого теперь не новость. Концерт мы сами сможем дать. Учителя для всех кумиры. Учили танцам, разным па. В детей вложили свои души, не зная отдыха и сна. А наши швеи, мастерицы, любой костюм сумеют воссоздать. На зависть всем другим ансамблям мы ездим мир в них покорять. От всей души мы вам благодарны за труд, терпение, мастерство. Желаем вам детей, таких же гениальных, и чтобы в ансамбле было только хорошо. Дорогие педагоги, вот и пролетели эти долгие или быстрые года учебы наших детей в школе танца «Радость». Много произошло за это время. Была и радость, было и счастье, были и грустинки, были и сомнения. Но главное, что вы всегда были с ними рядом и с нами, с родителями рядом. Мы от души вам желаем, чтобы еще много-много лет в радости звучала музыка, танцевали дети и воспитывались маленькие звездочки танцевальные, как такие, которые стоят сегодня, готовятся к танцам.
И чтоб никакие мировые проблемы не мешали нам получать радость, нам и вам, от искусства танца, который делаете вы, дорогие педагоги. Спасибо. От всего сердца мы хотим подарить вам эти букеты и подарки. Итак, выпускники 2015 года, в подарки в студию. Дорогие родители, спасибо за добрые слова. Ну, теперь вот видите, вообще дети радостные, это гениальные, раз и встали. Ну, где такой порядок? Даже в армии такого порядка нет. Смею заметить. Ну что ж, вам слово, дорогие друзья. Микрофон передаете друг другу. Преподаватель танцев как-то не звучит. Вот хореограф – это высший класс. И как бы ваша должность ни звалась, всегда боготворить мы будем вас. За то, что нам доступны Гран Батман, и Ронда Жан-Портер, и Пор-де-Бра. И в этот день поздравить вас хотим и пожелать вам счастья и добра. Сегодняшний день для нас и грустный, и радостный одновременно. И он звучит в наших сердцах ноткой торжественности, яркости, а самое главное – радости. Но в эту нотку, конечно же, вливаются ноты грусти и сожаления. Мы уходим из радости и понимаем, что ничего уже не вернуть. Позади осталась веселая жизнь, наполненная яркими, яркими моментами. Мы очень благодарны вам. Спасибо. Радость стала не только местом, где учат танцевать, но и настоящей семьей. Мы поддерживали друг друга в горестях, радовались каждой мелочи. Спасибо радости за это. И всегда вы были рядом. Всегда были готовы помочь нам и понять нас. Мы всегда будем помнить обо всем, что вы сделали для нас. Мы всегда будем рады поделиться нашими стараниями, нашими наградами. И всегда будем готовы прийти к вам на помощь, если это, конечно, понадобится. Спасибо вам большое за все. Спасибо, ребята. Ой, спасибо. Ну, аплодисменты ребятам, они вот так волнуются. Понимаете, им же редко удается в микрофон поговорить. Наверное, для некоторых это первый раз, да? На сцене микрофон. Так, ну что ж, и слово от педагогов предоставляется очень молодому, но перспективному работнику радости, можно так сказать, организатору досуговой деятельности, в бывшем радостной нашей ученицы Нине Шурко. Уважаемые выпускники, уважаемые родители, гости нашего праздника, я поздравляю вас от всей души и от всего нашего коллектива. Радость – это невероятная школа жизни. Перед вами открывается множество путей. Идите по ним с легкостью, с улыбкой и с радостью. Вы справитесь с любой трудностью и печалью, потому что вы прошли нашу радость, и у вас все получится. Поздравляю вас! По традиции, чтобы жизнь была сладка, мы дарим вам шоколадки! Не угадали! Наш самый традиционный подарок – вкусные сладкие шоколадки. И, конечно же, чтобы радость была у вас в душе и в сердце, но и на груди. Это наша эмблема ансамбля «Солнышко», выполненная в золоте. Ребята, а сейчас к вам обращаются юные радостята. Так они очень волнуются.
вернуться, встали по пятой позиции. Ну, какие молодцы, а! Вот чем не армия, давайте. Будем поздравлять? Надежный друг, крепкая опора. Всегда найдешь решение, Иван. Желаем тебе силы и задора, чтоб исполнялся каждый новый план. Настя девушка простая, заводная, озорная. Не сидит она одна, приключений жизнь полна. Что за девушка Иринка? Симпатичная картинка, радужная, яркая, словно лето жаркое. Умница, красавица, всем Юля очень нравится. Друзей же у нее на долгий век. Она прекрасный человек. Умная, красивая, хорошая и милая. Веселая ты наша, любименькая Даша. Как солнце лучиком ты светишь. Удачи в жизни и любви навечно. Пусть у Олега сбудутся мечты. И в жизни всех достигнет он вершин. Все цели с легкостью пусть будет достигать. И делать в жизни будет все на пять. Дарья нежности полна, тепло и ласку излучает, добром взаимно отвечает и для друзей всегда верна. Софья независимо прекрасна, умеет верное решение принять и в своей жизни разбирается отлично, способна быстро все и круто поменять. Вот Ксюша как лучик, светлая и озорна, найди от счастья ключик и выпей жизнь до дна. Дарья, яркий лучик света, что по жизни поведет. Дарья, целая планета и любви круговорот. Много звезд сияет в небе, а у нас она одна. Пляшет, словно балерина. Вероника, ты звезда. Улыбкой своей сияет Алеша, и тайно вздыхая о нем говорят. Он добр и внимателен, весел и смел. Пусть будет за все, что он захотел. Элина игрива, Элина стройна, своей красотой поражает она. И сбудутся все непременно желания, и даром пускай не пройдут все старания. Дима парень, хоть куда, собирайся, детвора, веселый, добрый и смешной, всегда по жизни будь такой. Так, ну девчонки, молодцы. Ну что, они заслужили вообще-то подарки? Подарите им или как? Или себе возьмете? Можно и себе, но они заслужили. Они заслужили. Ну тогда давайте, девчонки. Подарки. Наши выпускники приготовились к другому эпизоду. А следующий эпизод самый трогательный и важный. Это вручение им альбомов. В каждом этом альбоме, ну, наверное, отражена вся биография их в радости. Девчонки, вы готовы? Давайте. Альбоме.
сдавать экзамен родителям. 11 лет сидели в зрительном зале, наблюдали. Теперь они потанцуют, а мы оценим их. И помогут им в этом, ну, соответственно, выпускники и маленькие дети, которые в этом году пришли в ансамбль «Радость». Можно? А ты что поставишь? 5 с плюсом. Почему? Хорошо стоят, старались. Хорошо стоят, а потом старались. Ну, а вы какую оценку поддерживаете? Последнюю? Ну что ж, родители, вот хотела я вас оставить еще на один год, чтобы ваши дети и вы потренировались, но вы получили 5 с плюсом. Ну все, выпускаемся. Тогда... Мы будем сейчас благодарить маленьких детей, а для этого всем надо встать куда? В один полукруг. Давайте. Ну что ж, девчонки и мальчишки, вы заслужили точно по шоколадке. И мы сейчас с удовольствием вам вручим их. Ну что ж, дорогие друзья, вот на такой позитивной ноте мы заканчиваем торжественную часть нашей церемонии и просим занять места родителей и детей в зале.